Привет, мои хорошие, с вами Селена Суэй, и сегодня я хочу поделиться своими идеями хранения косметики. Я совсем недавно обустроила свой столик, так как я недолго буду жить в этой квартире, через какое-то время буду переезжать, поэтому я искала что-то бюджетное, чтобы потом было не жалко выбросить или отдать, или кому-то подарить. Конечно, много идей есть дорогих, чего бы я хотела воплотить, но выбрала то, что и бюджетненькое, и, на мой взгляд, очень хорошо. Сейчас я вам сделаю экскурсию по моему столу. Вот, смотрите, это мой столик. Везде я, зеркала. О, даже там пылюка какая-то на зеркалах. Только вчера... это я сейчас красила эти мелками. Не успела помыть. Все здесь забрызгало. Все было розовое здесь. Ладно, значит, смотрите, я нашла такую интересную идею. Вы наверняка это видели. Такой маленький боксик. Он очень удобный. Здесь у меня лежат тени разные. Здесь у меня блески, здесь у меня всякие там ложечки, завитушки, пудрушка, ресницы, ну, в общем, всякая мелочевка. Сверху у меня идет только бокс, это из IKEA, я его просто, он у меня был давно, тут тоже лежат всякие крема там и так далее. Расчески, это им здесь не место, в принципе. Такая розовая, тоже купила ее в IKEA, но она широкая, для кистей она неудобна, поэтому я ставлю туда еще внутрь. Это у меня для ногтей все здесь. Вот такое зеркальце. Здесь стоят всякие по уходу. Это крышечка от розовой коробочки. Здесь у меня тени, еще одно зеркало. Опять же, видите, такая штучка, я купила для нее внутрь туда стаканчик, потому что кисти в более маленьком стаканчике стоят удобнее. И вот такая тоже в IKEA штучка. Вот, очень удобно, кстати. Вот было бы побольше вот таких вот отделений. Здесь у меня все карандаши и всякая мелочевка. Ну и здесь вот, чтобы удобно. Здесь это тени мои. Тени и наборчики всякие. Столик обычно тоже из IKEA. И вот такая вот классная штучка. Мне очень она нравится. Она уже со мной на протяжении, я не знаю, скольки лет. Она уже даже там немножечко внизу треснула, но это еще не видно. Но очень удобная штука, потому что она собирается из квартиры на квартиру очень удобно. Выглядит столик вот так. Мне кажется, очень мило. Я уже готовлюсь к Новому году. Вот такая вот идея. Все очень дорого. Зеркало стоит 350. Этот маленький бокс стоит 280, по-моему, рублей. За 210 видела. Просто в белом цвете не видела. И что? Ну, вот это тоже недорого стоит в IKEA. Вот эта штучка 129 рублей. Стоит стаканчик. Это 45, что ли, рублей. Вот такие штуки тоже недорого стоят. В пределах 1000 рублей. Стол 1200 стоил, когда я его еще покупала. То есть очень мало, бюджетненько и красивенько, на мой взгляд. А этот светильник сделала мне мама. Он вообще сам по себе беленький, но она такую придумала штуку, и я не хочу его менять. Хотя видела много вариантов. Он прикольный. Розовый светится. Там пчела. Маме привет. Не пропустите новое видео, подписывайтесь на мой канал. С вами была Селена Суэй. Пока-пока.